Именно благодаря вашей финансовой поддержке нам удается приобретать, получать, передавать, в конце концов отвозить все необходимое нашим военным. Между поездками на то или иное направление мы почти каждый день передаем или отправляем продукты питания, медикаменты и многое-многое другое. Так и в этот раз передали 3-му Луганскому прикордонному загону тепловизор и многое другое. Это все ребята уже получили, оно уже у них на позициях. Спасибо Руцику за допомогу нашему підрозділу. Ми отримали класний тепловізор, яких нам не вистачає, на жаль. До тепловізора передав він нам зарядне устройство під батареї, під ліхтарі нам і по цей же тепловізор переділені. І велике дякую Карповій спільноті. Каву, спасибо, бо дуже багато кави п'ям. Москітна сітка. І дві пачки гарних вітамінів. Вітамін С нам потрібний. Одна красива. І друга. Дякуємо. Дякуємо за допомогу. Слава Україні! Героям слава! І ще раз огромне спасибо Кириллу, водоєму Орлеан за предоставлений тепловізор для наших бойців. Огромное спасибо Евгению, Татьяне, всем вам за постоянную помощь и поддержку наших вооруженных сил. Также отправили 6 тактических аптечек, медикаменты, кровоостанавливающие и перевязочные материалы в одно из подразделений на Донецкое направление. К сожалению, война не заканчивается. Каждый день бойцы ждут от нас поддержки и помощи. Друзья, не остаемся в стороне. Поддерживаем наши вооруженные силы. Слава ЗСУ! Слава Украине!